Ребята, вот стою, жарю, смотрите на эту печку. Но я ожидала большего. Перчик жарю. Я уже запарилась, если честно. И то сделала, и это сделала, и перчик жарю. Короче, мы не в лес идем, а мы жрать идем. Понимаете? Сейчас чуть-чуть вот это тоже пожарится. Вот чуть-чуть осталось. Видите, какая прелесть. Ой, как это вкусно, ребята. Я масло наливать не буду. Вообще свое надо чуть-чуть оливковое масло сверху налить. Вот чуть-чуть налью. Вот так. Никогда в Дагестане я вот такую не ела. Девчата, вот тоже, как есть, говорю. Не знаю, как-то мы не жарили перчик, не знаю. Может, сейчас делают люди. Но как это вкусно. Но как это, наверное, вредно, не знаю. Ой, и что-то не заходит. Красный перец тяжело жарить. Ну, не знаю, все равно мне зеленый больше нравится. Но мне как-то, захотелось. И красный. Какие хорошие щипчики, а? Это я в Икее купила. Просто вот их продукция, шикарная продукция. Честное слово. Вот она пока станет мягкой, но у нее, видите, у него и тело потолще, да? Она пока смягчится. Это по два. Уже час с лишним я стою жарю. Да, потом готова покушать за 2 минуты. 2 минуты, вот так вот сюда тоже. Вот так воткну. Так, чуть-чуть приберу. Сюда тоже в порядок приведу. И уже, наверное, пойдем. Но я уже то, что пожарила, наверное. А вот это еще чуть-чуть пожарю, наверное, все уже не буду дожаривать. Потому что уже нам надо идти. Хотя мой муж до сих пор не пришел. Вот начинаю ролики, да? Начинаю ролики, девчонки, да? Вот пересматриваю свои ролики. Это окно уже хоть открывается. Вчера сделали, девчата. Не открывалось это окно. Какие окна грязные, надо помыть. Не могла открыть окно. Так, телевизор чуть-чуть назад. И вот эта пиндюрка тоже плохо поднимается, ее тоже надо исправить. Подоконники надо помыть. Ну, 2-3 дня не помоешь, здесь такой срач. Смотрю мои видики, ой, как меня это бесит, что я постоянно якаю. Моя кухня, мой дом, мой муж, мой ребенок, моя машина. У меня все мое, девочки, вот все мое, вот и все. Я никогда не говорю, наша кухня там... Не знаю, наша машина. Все мое, девочки. Даже из Тео на трусы мое. Понимаете? Вы анекдот такой слышали? Там муж говорит жене, почему ты все время якаешь? Вот я давно слышала, девочки. Вот такой глупый анекдот, но все равно... Ой, девчонки, подождите. Окно закрою. Вот так. Почему ты все время якаешь? Нет, жена говорит мужу, ты постоянно якаешь. Все твое. Ну, это, наверное, за меня, да, идет ключ. Все твое. Твои ключи, твоя машина. Это же все общее. Мне же неприятно. Он такой на своей жизни стоит и говорит. Там, ну, допустим, Светлана, да? Или давайте Наталья скажу, а то сейчас Светлана обидится. Наталья, ты не видела, говорит, мои и твои трусы? Ну, это вот наподобие, да, девчата? Томасик у нас, как всегда, отдыхает. Че, ты готова? Томасик. Томасик ходит на кухню. Запах, видать, нравится. А ну, Томасик, покажись. Поздоровайся с девочками. Он только на запах ходит, девчата. Ой, какой обжор. Ну, весь меня. Женская доля, девчата. Готов, стирай, подай. Оля, мя мор. Мирея пришла. Моя пришла. Вот такая моя лапочка. Muy bien, muy bien. ¿Cómo salta la pimienta? Muy bien, muy bien.
Все помыла, девчата. Печку надо оставить, чтобы остыла, да? Печку оставлю. Вот так. Сейчас чаю быстро сделаю. Окей. Ага, по чаю. Для чая. Ой, Каша, я так... Все помыла, девчата. Это вообще... Вообще кошмар, короче. Так, сейчас чай заварю, чтобы мы там могли чай попить. Ой... Все криками, девчата, все тут криками. Говорю Кайтане, одевайся, готовься, лицо помой, поменяй свое нижнее белье. Но все надо криками, мои золотые, все надо криками. Сейчас иду, я ей уже сказала, это телефон. Я вообще не знаю, что я с ним сделаю, девочки. Зачем я этот телефон ей купила? Вообще, зачем эти гаджеты этим детям покупаем? Чтобы их обрадовать, а потом на голову нам вот эта проблема, девчата. Вот честное слово. Честное слово. Просто уже обидеть не хочу, забрать не хочу. Но потихоньку, ой. Эти выходные с рук не спускает. С рук не спускает. Если можно было бы... Вообще везде, девчата, и туалет мы с телефоном, и купаемся мы с телефоном. У нас жизнь в телефоне. Жизнь в телефоне. Понимаете, поставила чай. Сейчас. Вот так. Ну а что делать, девчата? Говорю, как есть, да. Многие говорят, ой, ай. Ну да, ну конечно. Ой, ай, не знаю, у меня по-другому не получается. Ой. Говорила, все делать не буду, но все равно сделала все. Уже сделала все. Две штуки осталось. И красный очень сложно, а остальное все нормально. Печка пускай вот так остается. Я уже чай не поставила. Вот, у меня мы купили. Давно уже я покупала вот этот. Туда заварю чай. Заварю чай, возьму с собой мед. И вот так. Мы один раз на море едем, ну, там же возле нас, это недалеко море. Идем на море, и мы с мамой решили взять с собой еду. Взять с собой еду, и еду, конечно... А, девчата, это тоже, между прочим, вы меня научили. Сейчас, подождите. Сейчас. Это вытро. Это же чуть-чуть вода. Это выплата. Я раньше вот так сразу ваниль, да, вот так делала. И вы мне сказали, что это очень вредно. Ой, все пищикает, все пщ. Как я не знаю, как будто столовая, блин. И это тоже вы мне научили. Вы мне сказали, нет, надо сперва пищевую, а потом только в этот. Так, это тоже вы мне научили. Надо сперва помять, потом только вот так она в форме. И когда в духовку ставишь, ее надо чуть-чуть смачивать. Спасибо вам, девчата, за ваши это. Хотите порежу, покажу, как она в разрезе. Сейчас покажу. Вот так она в разрезе девчата. Вот. И это реально вкусно. Реально. Вот. Видите? Она и теплая сейчас еще. Очень вкусно. Вот, мы идем на море. Мы только поели, и мы собрались на море. И мне мама говорит, так, что с собой возьмешь?
Ну, девчонки, я прирожденная обжора. Я говорю, мама, то, что хочешь. И мама говорит, так, у нас арбуз. Я говорю, о, какая. Короче, мы взяли одно ведро и туда. И арбуз, и помидоры, огурцы. Там персики у нас были. Короче, ведро 10-литровое наполнили. И сестра говорит, слушайте, мы же только поели. Куда вы столько тащите? Это же еще тащить надо до туда. Хоть близко, девчонки, но это же действительно тащить надо. И мы такие, успокойся. Ты знаешь, после воды как кушать хочется. Она говорит, я все понимаю, но мы только поели. И мама говорит, а, не слушай ее, мы сами будем тащить. Ой, мы, девчонки, мы так запарились, мама, это ведро тащить? Но я тащила, конечно. И в конце концов, девчата, мы ничего не поели там, потому что на самом деле мы так хорошо поели. Вот так завернула. Вот так. Так. Вот только посуду помыла. Мамочки. Я же говорю, вот такая женская доля. Вот так. Теперь надо кипяточком это полоснуть. Сейчас она уже начала брызгаться, потому что уже вот последний там масла мало. Так, сейчас кипяточком это все. Вот такие зеркальные, они самые хорошие. Остальные вот эти, которые у меня и каких только нету. Ну вот это самая-самая хорошая. Я этим убедилась. Еще раз кипяточком. Знаете, а как я чай сделаю? Я, наверное, заварю заварку. Или как сделать? Наверное, заварю заварку. Хотя можно было кипяточек и туда этих. А у меня же нет. У меня же моя подписчица мне отправила чай. А ну подождите, я посмотрю, есть тут или нет. Если нету, может быть, я принесла с собой заварочки, знаете. Мне дай бог здоровья. Девчата, вы молодцы, мои золотые. Молодцы. Вы всегда меня поддержали. Всем дай Бог вам здоровья. В каждом ролике говорю и не устаю говорить. Я вами горжусь. Вы у меня просто... Ой, не хочу говорить куколки, потому что есть один дурачок, который это постоянно говорил, а потом сейчас уже ни куколки, ни хирург какие стали. Знаете, сейчас уже вообще... Сейчас вообще... Ой, лавровый лист упал. Вот. Вот так вот у меня просто мои золотые... Неужели я не принесла с собой пару заварочек? Так, а ну, на стул встану. Он меня выдержит, интересно. Надеюсь, что он держит. Так, хочется же свежего чая. А так заварку. Я же вроде бы приносила. Или я не принесла. Но придется тогда заваривать так. Вот, а я поклялась, что у меня здесь было. Вот видите, и нету. Вот. Ой. Простуженная, ну все прусь, да, но ради детей, девчата. А что делать? Дети хотят. Нету заварки, девчонки. Нету такой заварки, которую я говорю. Она мне одноразовые такие. Знаете, там и ромашка, там и клюква, там и все есть. Вы мне сказали, надо такой чай. Я думаю, где я его достану? А потом вспомнила, у меня же моя золотуля. Золотуля. Ой, между прочим, она из, сейчас я вам скажу, из Белоруссии мне выслала. Такая молодец. Такая молодец. Целый пакет здоровых, девчонки. Не пожалела, Аллах, купила. Ее дочь... Ай. Все, выключаю печку. Ай, эту печку даже неприятно смотреть. Ее дочь в Мадриде живет. У нее дочь в Мадриде живет. У ее дочери в Мадриде академия русского языка. Понимаете, да, вот который мне урок дает моей доченьке. Не она дает урок, а у нее есть учителя. Она нанимает учителей. Да, вот сейчас такая хорошая девочка. Такая прям...
вся такая милашка. Девчонка ей урок преподает. Моей Кайтаночке. А, тоже из-под палки, конечно, я ее заставляю, ну а что делать? Из-под палки. Она с ней тоже. Я говорю, говори нормально, как на испанском разговариваешь. Говори нормально, почему ты с ней вот так тоже начинаешь? Она такая, оставь меня, я хочу так и разговариваю. О, девочки, ой, девочки. Короче, я же вам говорю, эти дети уже все, не слушаются. Уже говорят, сами знаем, оставь. Ты была такая, я уже такая. Это раньше. Адам тоже мне вот так говорил. Так, это все пускай остынет. Это все такое. Вот так. Перчик сделала, девчата. Ну просто прелесть. Посмотрите, целый контейнер. Вот так, горяченький такой. Так, это, наверное, надо вытереть чуть-чуть, потому что сразу возле печки стояла, наверное, побрызгала. Хотя не вижу ничего. Так, все. Теперь заварю. Этот чайник мне мой муженек подарил, купил. Общие деньги, девочки, общие. У нас нету твое, мое, там, это нету. У нас все общее. Я зарабатываю на стол, он зарабатывает на стол. Это все идет в банк. У нас есть два банка. Этот, один, где у него там зарплата. Этот... И моя зарплата в один банк. А в другом банке у нас мы там откладываем там. И 5-10, короче. Хотя откладывать уже не знаем с чего, девчата. Сейчас уже и не отложишь, да? Вот такой крепенький чай будет. Сейчас я еще один поставлю, чтобы это туда налить. И кипяточка, наверное. Вот так я сделаю. Потому что я же заварку не понесу. Вот так. Сейчас я тоже переоденусь. И это самое... И повезу вас с собой. Чё дома сидите? Пошлите со мной. Сейчас иду в то место, где моя сестра часто бывала. Там, где она с Андреем познакомилась. Наконец-таки собрались. Такая погода замечательная. Ребята, пошлите с нами. Вот здесь у нас ярмарка бывает по средам. Что-то я запустила уже, сколько ярмарок не хожу. Как-нибудь пойду. Вся семья кашляет. А мы собрались в лес. Вот так. Это наша Тахо. Отсюда она очень длинная. 100 лет. Не, откуда она еще? Видите, какая-то она тоже кашляет. Вчера Рамбо звонил. Узнал, что мы едем сюда. А, это кольцо поставил. Ну, соскучился, тоже хочет. Вот, девочки, этот мост, я вообще не знаю, для чего он. Самый высокий в Европе считается. Мост, который на... Висячий мост, мост так называется. Миллионы сюда грохнули. Кому он нужен? Вот этот висячий мост. Для чего его сделали, не понимаю. Сюда приходят люди, наверх поднимаются, селфинг делать. Столько штрафов было. Thank you.
Раньше здесь были столы. Ой, ребята, тут тоже ничего не ценят. Посмотрите, испортили барбакову, поломали. Здесь раньше столы были. Томас! Томас! Мы его отпустили чуть-чуть, пускай погуляет. Нету стуль. Только для парков это я вообще не понимаю. Томас! Томасик! Ай, какой ты красивый! Молодец! Молодец! Молодец, моя крыса, молодец. Люди там вон барбакова хотят делать. Сколько раз мы сюда приходили раньше? О, майстра вообще каждые выходные. Какая-то она маленькая такая была. Не могла найти лестницы подниматься. Мы ей помогали. Да, говорит, были, говорит, там столы. И были тут столы, я вот помню. Мы тут играли. Томас, ты не уходи, эй! Хорошо тут, девчата. Воздух такой. Не знаю. Да, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, есть столы или нет. Прекрасно, девчонки, погода прекрасная. Я так оделась слишком, может быть. Ну, потом сниму фотку и все. Сегодня мой муж хотел увидеть моего свекра. 3 дня в туалет не ходил мой свекр по-маленькому, понимаете? Пошел в больницу. Он говорит, мне так больно укололи. Там вытащили прям, что-то он мучается вот с этим, да, ему операцию делали, все вроде бы, все равно мучается. Ой, в возрасте уже все болячки выходят наружу, ребята, поэтому надо в молодости. Он не берег себя в молодости, этот человек проработал, о, сколько проработал этот человек, его называли сын ночи. Потому что вот настолько вот на испанском. Он днем и ночью работал, ребят. Вот днем и ночью работал. Но восьмерых детей, конечно, на ноги поставить. Это что, шутка, что ли? Да, конечно, нет. Это всем ясно. Моя свекровь всегда дома работала. Потому что... Ну, вы сами понимаете. Это тоже поломали. Или люди ломают, или что, я вот понять не могу. Никто здесь столов. Нету ничего. Были да сплыли. Были да сплыли, ребята. Томас, пошли. Томас, пошли. Томасик. Томасик, пошли. Так, мы, наверное, уже кушать. Потому что уже голодные. Сейчас попробуем наш перчик. Наш. Ой, молодец, Наталка. Молодец. Присты, молодец. У меня дома птичек больше, чем здесь, в лесу. Это называется... Пинус, сосны, сосновый лес. Идем, Томасик, тебе дам покушать. Идем, идем. Бамса кумель, ну? Немножко высоты боюсь. Вот даже вот эта горка. Что такое вот эта горка, девчонки? Вот наверху стою, вниз надо, вот боюсь. Представляете, да? Потихоньку иду как. Как будто женщина в возрасте.
А я вся молодая. Смотрите, зато Томас ничего не боится. Какой шустрый, какой шустрый. Только задница сверкает. Намазалась кремом. Я сказала, да? Я вчера на AliExpress купила крем для загара, от загара за 6,75, что ли. И за это тоже надо было там. Томас возле мусорки, ребята. Постоянно. И за то, что меня отправляют уже. А он такой дорогой, 13-14 евро, что здесь я покупаю в аптеке. Но я посмотрю, это настоящий, не настоящий. Если настоящий, буду часто покупать. Вот этот белый купила. Ой, дерьмо. Ой, не можешь. Ты его просто, вот знаете, девчонки, как мазут мажется. Так сложно его мазать. Он еще не тушуется, как говорится, да, правильно, да, сказать, да. Не могу его размазать. Это просто что-то, девчата. Так, накрываем стол. Накрываем стол. Вот, принесли специально. Сейчас. Ну, la mesa azul. У нас синяя, у нас такой стол есть со стульями, со всеми делами. Ай-ай. Сейчас, когда будем кушать, увидишь, как прибежит эта обжора. Девчонки, поели от души. Теперь хотим чаечку попить. А мы же стакана не взяли вообще. Ни одного стакана. Нету, представляете, да? Мы пошли, вот у них попросили. Да, вот что значит, да? Хороший народ. Ой, дали нам 2 стаканчика. За ваше здоровье, девчата. Чаечку попьем. Ола! Они махают, но кайтаночки туда пошли. Девчонки, за ваше здоровье, чаечку. Да. Как хорошо вот так в лесу. Сейчас говорила со своей свекровью. Мол, что не пришла со Стеваном. Я говорю, мама, как ты не понимаешь, говорю. У меня сейчас ребенок. Ребенок не всегда хочет туда прийти. Там ему, ну, ей скучно. Ей там скучно, говорю. Ну, понимаете, она тоже не любит, чтобы туда ходила, сюда ходила. Я ей всегда, прежде чем прийти, говорю, ты сядь и сиди. Ну, какой ребенок 1,5 часа будет сидеть? И, ну, хотя она сидит, девчонки, она не шевелится даже. И я, конечно, девчата, говорю ей вот так, и она не хочет идти. Но это же все равно моя свекровь. Это же не ее бабушка, ничего. И она говорит, вот, кто-нибудь приходит, не приходит там вас навестить. Я говорю, знаешь, мама, говорю, наверное, ей это неприятно стало. Может быть, даже я твоим дочерям не нравлюсь. Я все могу понять. Но сейчас они прекрасно могут прийти. Почему? Потому что я на квартире. Если они хотят своего брата увидеть, это просто Мирея бедная спуститься не может. Подождите, я вам... Она как я боится. Вот видите, да, она боится. Я тоже боюсь. А моя дочь. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И сегодня говорю, Мирея, тебе нравится, да, тортилья? Она говорит, да. Я говорю, я думаю, что ты моя дочь, Мирея. Я думаю, что твоя мама тебя украла у меня. Ты была моя дочь. Она говорит, да, 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 да. Так что я говорю, они не приходят, мама, говорю, потому что это просто, говорю, отговорки и все. Вот, когда она не кушает сладкое, вот Мирея тоже не хочет. Вот сейчас, если скажет Кайтана, я хочу, Мирея тоже скажет, я хочу. Мирея, ну ты дара вырвайся, но секирис колькер коса димилю, иха. Видела? Видела, куда вы пошли? Я и там вас видела. Таши ногаем.
¿Cómo desaparecía? Y esta tierra ten cuidado, porque muchas veces pone así pie, ¿verdad? Sí, ha pasado. Porque tiene como arenilla suelta. Это арабки, девчата, из Арабии. Сидят. Посмотрите на Томаса. Раньше хлеб умирал, просил. Сейчас Кайтана ему чего только не дала. И, конечно, сейчас и хлеб не нужен. Сейчас и хлеб ничего не хочет. Вот Кайтана обратно косынку одела. Видите, да, девчата? Он еще гордо тут в коче, дам ему пошел по рейку. Сейчас, Томатель, ты икани. Ну, я не хочу ты, потому что не там. Он без сахара чай не может пить, девчата. А мне ничего не нужно. Я вот так могу. Просто так. Ну, конечно, если шоколадка хорошая, особенно, которая у меня сейчас здесь есть, Сникерс. Уже мой любимый шоколад Сникерс, девочки. Сейчас я у этого человека возьму интервью. Здравствуйте, товарищ Эстеван. Его зовут Эстеван, познакомьтесь. Recién hecho esta mañana. Только сделал. Он вообще повар. No es alemán, ¿no? Eres héroe de los donuts. Он герой донут, который делает. Мадалена. Раньше он делал мадалены, пышки. Деликатес. Сейчас он готовит только донут. Poco azúcar. Чуть-чуть сахар. Mucho vinagre. Уксус. Para que no se ponga duro. Чтобы, говорит, не было, говорит, этих. Pues yo antes era un bomboncito. Раньше, говорит, я, говорит, был, говорит, как конфетка. Siempre sentía mirada. Всегда, говорит, за мной кто-то следил. Всегда чувствовал себя, говорит, что за мной кто-то следит. Yo no voy a durar nada vivo. Я, говорит, думал, говорит, ну все. Я, говорит, точно, говорит, долго не протяну. И я Наталья dije, yo me caso. Увидел, говорит, Наталью, сразу решил жениться. Dije, yo me junto. Думаю, я женюсь. Que voy a terminar mal. А то меня могут... ¿Es verdad? Меня могут это самое, ну, украсть. Но мне мандаван карта, бутон. Мне, говорит, письма писали, говорит, карты, говорит, слали. Pesadísima. Клипли к нему. Eres mi héroe. Ты мой герой. Está buenísimo. Какой ты красавчик. Eres un calamar. Ты как конфетка. Yo estaba antes así, que estaba... Раньше, говорит, у меня такие шишки были. Yo no sé dónde ha ido. Ha ido. Не знаю, говорит, куда они ушли. А, поэтому ты касал кон Натальи, да? Пока меня дефендира, а? Конечно, говорит, поэтому я, говорит, женился, говорит, на Наталью, чтобы она, говорит, за мной, говорит, смотрела. Mucho brazo, pero luego era genial. Me echaba para atrás. У меня, говорит, вид был, говорит, как культуриста, говорит, ну а потом я сам, говорит, вообще трус. ¿Para qué tanto músculo, si luego no... Зачем, говорит, столько мышц, no sé. Говорит, если, говорит, я не умею, говорит, драться. Dije, hostia, esta está fuerte. Ох, я когда ее увидел, говорит, подумал, о, это крепкая. Mira aquellas dos que hay lejos van. И? Ты de repente, por casarte con Natalia, ты жалеешь, что поженился на Наталье? Lo único. Единственное. Es que Natalia es que uno para. Наталья, говорит, не останавливается. Yo creo que tenemos que hacer un aseo, me está diciendo ahora. Сейчас, говорит, она, говорит, хочет туалет. Lo estoy mirando, ya ves. Я, говорит, уже боюсь. Единственное, что, говорит, она не останавливается. Al tiempo, si no me veis poniendo azulejo. Вы посмотрите, говорит, скоро будет у нас туалет, говорит. Yo quiero terminar la barbacoa, ya está, ya está. Я хочу, говорит, сделать, говорит, барбекю и все, и все, и все. Bueno, cuando queramos acabar, tengo 60. Ой, девчонки, моя свекровь, подождите. А я свекровь, говорит, как я рада, что вы отдыхаете. Рада, говорит, за вас. Вы что-то копина, я что видел, что мы? Вы, говорит, как считаете, я сделал правильно, говорит, или нет, что женился на Натали? Juntito lo que hemos logrado. То, что вместе, говорит, мы, говорит, достигли. Es casi uno parar desde el piso. Да. Pues мы не остановились, вот как квартиру мы купили. Он квартиру купил, я когда с ним познакомился, месяц, и он как, он купленная, ну, в ипотеку была квартира купленная, как месяц. Я реформальный. И сразу мы ремонт там сделали, все. А он мне говорил, если он такой руку мудрый, я о себе бы бенты, а не я о себе бы туда мне видел. Он мне говорил, да, я вот так буду жить 20 лет, мне все равно, пока я не умру, мне эта квартира хватает. Я ahora. И до сих пор бы жил, говорит. Que me gusta lo que tenemos, sí, pero nos ha quitado mucha vida.
Мне, говорит, нравится то, что у нас есть, да, конечно, говорит. Но, говорит, мы очень много работали. Mira, de miles de euros, cari, eh. И тысячи и тысячи евро, говорит, туда, говорит, ушли. Mucho, mucho, mucho. La gente a lo mejor dice, ¿cuánto? Es que no sabe si decir 80, 180, que no sé. Porque lo que tenemos ahora vivo cuesta un montón de millones. Даже не знаю, говорит, 80, 180, говорит, у меня там тетрадки все есть, говорит. Но сколько я потратил туда, но мы вместе потратили туда. Como en un vagón. Мы же жили, девчонки, в вагончике сперва. Три года. La placa solar, un cachito caseta, el vagón y el pozo. Uh-huh. Ya está. Por eso la mujer allí se asustó cuando lo vio. Uh-huh. У тебя, когда мы дверь ставили, соседка с поселка проходила, у нее 4 года как муж умер. Мы у него железо покупали. Вот у этого. Она такая останавливается, дверь открытая была, так как дверь нам устанавливали. И говорит, это же вы, которые у нас железо покупали. У ее мужа фабрика вот эта, которая железо делает на фундамент. И говорит, вау, вы уже это все сделали. Она охренела, девчата. Ты что, мимо стой? Ой, сейчас, я говорю, налей мне чай. Сейчас, говорит, моя принцесса. То, что хочет моя королева, говорит. Смотрите, смотрите, как я чай. No quiero más, porque me puedo quemar. Смотрите, как я чай наливаю. Он мастер чай наливать. Эри мастер... Это HR, ты, Иван. Борис para todo. Yo creo que no. Ну, я говорю, ты на все. Para los ordenadores no valgo. Нет, говорит, я, говорит, компьютером, говорит, а не могу. Y me gustaría saber. Pero no... И очень мне хотелось бы, говорит, знать насчет компьютера. Бай, ты, Иван. También, como me han dicho, es ponerse. Да, nunca, это... Nunca, у него времени нету на это. Es ponerse. Я потом оставлю... до канала, Аврабо Явлар, до канала. Я потом оставлю, девчонки, от его канала поставлю, кто хочет, посмотрите, зайдите. Он так старается, бедный. Он, ну, показывает вам, как он строит, как он старается. Вам приветики передает и все. Подписывайтесь, смотрите, заходите. Ребята, если хотите, я вам покажу, что он там зарабатывает. 40 копейки, 50 копейки. Он это делает для души. Ему просто это нравится, чтобы у него тоже было какое-то, вот, знаете, вот... увлечение, да. Это все не ради денег, это потому что нам нравится, девчата. Потому что мы вот такая семья блогеров. Жалко, говорит, что раньше, говорит, у нас Ютуба не было. Мы столько, говорит, прошли показать это все. Да ладно, какая разница. Да, да, Игорь. Ребята, посмотрите, какая прелесть, а. Вот как хорошо, вот так сидишь, без заботы, без ничего. Выходите, гуляйте, ребята. Мужчины мои дорогие, которые меня смотрят. Мои золотые мужчины. Я знаю, раз ты меня смотришь, значит, у тебя хорошее сердце. Потому что хорошее только хорошему тянется, да? Пригласи свою жену на прогулочку. Вот на такую, да? Вот ничего, возьми с собой чай, плитку шоколада, сядь с ней, попей. Вот так в термос налей. Знаешь, как это хорошо? Обними ее. Скажи, это не только на 8 марта, это просто вот одну выходную удели своей жене 3 часа, 2 часа. Она постоянно будет это вспоминать. Почаще выходите, берегите своих жен, берегите семью. Это так важно. Это осознаешь с возрастом, да, но лучше раньше, чем... Лучше поздно, чем никогда, но все равно лучше раньше. Если бы я раньше так ценила бы моего мужа, я раньше думала, ай, муж, ай, это туда и сюда, конечно, да. Но, девчонки, такие тяжелые моменты он был со мной. Всегда он со мной, девчата. Он моя половина, он моя жизнь, девочки. Так, я оставлю вам ссылку на его канал, кто захочет. Этот, наименование тоже поставлю его канал. Кто захочет, зайдете, поддержите, посмотрите, кому есть желание, у кого есть время, у кого, кто хочет сделать доброе, да, все равно это вам вернется. Не забывайте, девчонки, вот так же, как и злость, так же и хорошее возвращается. Я вас уверяю, это правда. Вам удача принесет. И Стэн же у меня вообще такой удачливый. Venga, Esteban, dilo adiós a chicas. Pues nada. Hemos comido muy bien. Blogger. En armonía. Blogger, dilo adiós a tu gente. A tu gente. Y a tuyo también. Adiós a todos, a todas. Y suscribiros. No sube mi cifra, no sube. Не поднимается моя цифра. Подписывайтесь. Ой, девчонки, такой кашель идет. У меня уже даже живот болит, легкие болят. Все болит, кашлять. Люблю вас, целую вас. La apoyáis muy bien allá. Пока.
Ну вот видите, в конце он сказал, ничего страшного, поддерживайте мою жену. Вот такой добрый у меня мужчина. Пока, мои сладкие.